Ну что ж, теперь хотим показать вам яркие кадры из Африки. Антилопа спаслась от хищников в машине туристов. На месте охоты гепардов повезло очутиться посетителям сафари-парка в ЮАР. Колонна внедорожников с туристами остановилась как раз там, где через дорогу буквально перелетали десятки антилоп. Через секунду в кадре появились и главные участники этого шоу дикой природы. Парочка гепардов придала немыслимое ускорение импалам. И вдруг одна из них развернулась и бросилась прямо в открытое окно автомобиля. Вот то сейчас это видите. Страшно даже представить себе ощущение туриста, в котором на колени упал такой снаряд. Ну вот, однако, антилопа тут же вышла через другую дверь. Гепарды остались без обеда, а туристы остались в потрясении.